У Мукачеві представники благодійного фонду сім'ї Рофт продовжують допомагати вимушеним переселенцям. Так вже вкотре у місцевій синагозі формують пакунки з допомогою. Ми зараз готуємо набори для переселенців в очередной раз. Наборов будет 1000 штук. То, что в наборах, на мой взгляд, это очень необходимо. То есть то, что людям пригодится для того, чтобы они питались. Набор этот позволит себе приготовить несколько раз хотя бы обед. Зараз продуктовым вантажем доставили и медикаменты, то за необходимостью их також выдаватимуть переселенцям. Кроме наборов, мы будем раздавать лекарства. Значит, когда человек будет подходить брать лекарства, мы узнали, для чего каждое из лекарств, с прекрасным сроком давности, пригодность эти лекарства. Есть лекарства для взрослых и есть лекарства для детей. Алла Агафонова каже, наразі в Мукачеві чимало родин, які потребують підтримки. Саме тому їхній обов'язок зараз допомогти людям, які опинилися у скруті. Это будет раздавать фонд семьи Рофт. Но если фонд семьи Рофт, значит, вы понимаете, что донор этого фонда, я уже об этом говорила, Александр Семенович Рофт, он оплатил продукты эти, значит, пришло все по 1000, а еще мясные консервы 2000. Поэтому мы имеем возможность мясные консервы по 2 штуки класть их в пакет. Вот, ему большое спасибо за это, что он думает. Он сам родился и вырос в Мукачеве, любит очень город и переживает, верит в победу Украины и переживает о жителях Украины. Поэтому я тоже верю в победу, слава Украине, и победа будет за нами. Просто надо немножко подождать. Отримати допомогу можна буде в синагозі у Мукачеві по вулиці Космонавта Біляєва у п'ятницю 1 квітня та в понеділок 4-го. При цьому необхідно мати із собою документи. Роздавати ми будемо в п'ятницю з 9 утра, і я думаю, до 16:00, и будем раздавать в понедельник, тоже с 9 утра, это, думаю, будет уже до вечера. Так что мы приносим извинения, что у нас такой перерыв, так уже получилось. Еще просьба такая, чтобы у вас были документы, вы должны нас понять и относиться так, чтобы с пониманием, что мы раздаем посылку на одну семью –